Добрый вечер, друзья! Пожалуйста, поставьте оценочки от 1 до 10, насколько меня хорошо слышно и видно, чтобы проверить связь. Спасибо. Спасибо. Все понял, меня слышно и видно. Здесь у нас Россия и братья по крови, Украина, Беларусь, Израиль. Что у нас там еще? Какие страны? Ну, в общем, достаточно много стран. Я очень этому рад. Друзья, сейчас сегодня действительно и время очень значимое, и очень значимый момент. Юра с Валерией уже спромотировали, соответственно, суть нашего вебинара, о чем мы сегодня будем говорить. Да, мы сегодня не будем говорить о продукции, мы сегодня будем говорить, ну, может быть, не напрямую, но имея это в виду, о бизнесе, об очень значимом событии, которое служит очень важной вехой для построения каждого из нас своего собственного и нашего общего бизнеса. Да? Это вот были наши, ну, незабываемые дни каникул, мастерских каникул по Франции. Канны, Ницца, Лазурный берег. Вы знаете, уже не один год мы ездим на мастерские каникулы. Это были и европейские страны, это была Венгрия, это была Испания, это была Италия. И вот, наконец, мы добрались до Франции. Но формат этих каникул нынешних, он был другой. Потому что компания меняется. Вы знаете, сейчас все больше и больше входит в нашу лексику такой оборот, как стиль жизни. Вот именно стиль жизни. Уже больше десятка, порядка 20, а точнее нам озвучили в Каннах такую цифру, что уже 16 человек, членов кораллового клуба, ездят на Мерседесах, полученные от компании. Это тоже определенная или часть вот этого стиля жизни. Потому что Мерседес, ну, это тот бренд, который узнаваем, по-моему, в любой стране мира. Это та надежность, это вот именно стиль жизни. Это те люди, которые, то есть достойные люди, которые ездят на таких автомобилях. Это часть нашего с вами нынешнего и будущего стиля жизни. И то, что мы, точнее компания, позволила нам, организовала так мастерские каникулы, что мы поехали в очень элитарное, статусное место, это Канны. Но прежде всего, конечно, Канны – это часть Лазурного берега, да, и известны тем, что там каждый год проходит очень известный, очень популярный и тоже статусный международный кинофестиваль. И вот отель, в котором мы жили, отель «Карлтон Интерконтиненталь», это очень, опять-таки, статусный, извините за повторяемость, да, отель. Потому что те же французы, которые живут недалеко, а может быть и далеко, в другой совершенно точке Франции, да, приезжают в Канны, в том числе и посмотреть на этот легендарный отель. И в этом отеле мы жили. Это действительно, как сейчас говорит молодежь, это круто. Пятизвездочный отель. Это не Египет и даже не Турция, а это центр Европы, Франции. Мы жили в статусном пятизвездочном отеле. Это некое ощущение. Вы знаете, когда входишь даже в номер, вот на ролике, по-моему, первого дня, вы видели один из номеров. Это не самый богатый номер, не самый большой номер. Есть номера побольше, я в некоторых из них был у золотых мастеров в номере, он побольше. Был у Алексея Луконина, он гораздо больше. И нам повезло, в том числе и тех, кто сегодня будет тоже выступать на вебинаре, мы были вообще в супер номере, я бы сказал, да, у Леонида Августовича Лапа. Это седьмой этаж. Это вообще фантастическая вид на море, на Лазурный берег. Да, кстати, сегодня, вот мне Юра помогает, спасибо, Юрий, значит, с вами общаться буду не только я, но серебряные мастера из Харькова, это Наталья и Анатолий Евсигнеевы, и их новый мастер, ну, в общем-то, один из триумфаторов последних нескольких месяцев и триумфаторов того мероприятия, с которым мы вернулись, да, Марина Гура, мастер Марина Гура. Вот я вам немножко рассказал о месте, да, там было, действительно было
Ну, понимаете, вот особо я не знаю, как передать это чувство. Но, наверное, вот эта вот фотография отчасти передает это чувство. Это самая высокая точка Канн, то есть вид на Канны. Внизу вы видите пришвартованные яхты, они там вдалеке, да? А слева стоит сам город. Оригинальный, красивый, теплый город. И, кстати, он нас встретил соответствующей погодой. Солнечная погода, тепло, как я вам сказал. Отель стоит на первом ряду, то есть на набережной Круазет, тоже известная, ну, по-моему, всему миру, кто интересуется хотя бы немножко географией и кинематографом. Это, знаете, это определенный заряд и ощущение, предвкушение, ощущение нашего будущего. Оно, конечно, у всех будет разное, но в чем-то, я надеюсь, вот среди нас, участников этого вебинара, оно будет и общее. У нас у каждого есть такая возможность коренным образом изменить свою жизнь. Друзья, вот я вижу уже эти изменения. В чем они для меня? Что сейчас происходит с компанией? Я чувствую это, что сейчас появляется новая элита компании, новые мастера, новое поколение. И прежде всего, конечно, я имею в виду Марину Гуру и Константина Тернопольского. Это вот те два мастера, которые выросли за последние полгода. Причем, заметьте, эти ребята, ну, девушка и молодой мужчина, молодая женщина и молодой мужчина с Украины, где, наверное, сейчас не, скажем так, не лучшая и политическая, и экономическая ситуация, но тем не менее там идет бурный рост. И они тому доказательство, что в любой ситуации, в экономической, в том числе и политической, есть люди, которые используют это себе, ну, во благо своему бизнесу, скажем так, что везде можно бизнес развивать в любой ситуации. И это вот, так сказать, ну, может быть, первые ласточки, которых мы увидели. Увидели, что да, вот новая волна, новые люди. И я знаю, что за ними пойдут другие люди. Это новые поколения, ну, не будем говорить о возрасте, но более молодой, допустим, чем я, чем Марина Федоренко, и еще там даже Алексей Луконин, и еще ребята. Вот я сейчас, готовясь к этому вебинару, подумал о том, вот смотрите, есть 6 человек, члены президентского совета. И среди них самый молодой, которому нет еще и 40, Александр Подпорин. Подпорин, это вот тоже вот, он, наверное, Саша и был, Александр, извиняюсь, той первой ласточкой, да, который, в лице которого формируется новая элита кораллового клуба. Это первый платиновый мастер в компании мужчина. Это тоже вот для меня определенный показатель. Что я хотел бы сейчас вам еще, ребята, сказать. Вот вы, наверное, все уже слышали промоушен. Промоушен на следующее мероприятие, на следующий отдых мастеров, каникулы мастеров. Да, это тоже для меня, я уже к этому готовлюсь. Я мысленно уже прорабатываю, а что надо сделать, чтобы большее количество людей из моей организации там побывали. Вот Юра любезно поставил фотографию, наверное, для большинства из вас известного человека, золотого мастера Розу Фомина. Да, это один из тех мастеров, которые были со мной. Со мной было 5 мастеров из моей организации, но я хочу, чтобы на следующие каникулы этих людей было гораздо больше. Не 5, а совершенно точно. Может быть 10, а еще лучше 15. И это возможно. Это вполне возможно. Да, я понимаю, что меня сейчас слушают большинство людей не мастеров. Так что нужно делать? Что бы я сделал на вашем месте? Во-первых, для себя принять решение, что я там буду. Потом нужно найти единомышленников, сподвижников, которые хотят того же, быть там, сделать так, чтобы выполнить квалификацию мастер в ближайший вот этот год и попасть на эти мастерские каникулы, на круиз по Черному морю, по Средиземному морю, извините, пожалуйста, за оговорку, да? И в чем преимущество я вижу этих будущих каникул? Что мы все будем находиться компактно. Канны тоже небольшой город, но тем не менее, внутри
теплохода, огромного теплохода круизного, да, мы все будем находиться компактно и более тесно будем общаться между собой. И надо использовать вот те мероприятия, которые сейчас у нас будут, эти волны, начиная с весенней волны, да, потом будет форум, потом будет осенняя волна, да, и вот это использовать. Как растет обычная организация, точнее не обычно, а всегда. На первое мероприятие, на эту весеннюю волну, вы приезжаете, может быть, условно говоря, с ним, вас несколько человек. Дальше надо сделать так, чтобы на форум приехало гораздо больше человек, чтобы они зажглись этой идеей. На осеннюю волну еще больше. Это все надо распланировать со своими наставниками, мастерами. Это все реально. Ну и шикарно и совершенно. Я думаю, что не только для меня, а для всех, кто был на президентском приеме, и там у нас это называлось гала-ужином, это промоушен на отдых на Мальдивах. Это вообще фантастическое место. Я давно мечтал туда попасть. Это шикарное место. Это элитарное и статусное место. Так вот, чтобы попасть, вы знаете, промоушен, нужно запустить минимум две мастерские ветки. Так вот, использовать будущие, ближайшие, точнее, мастерские каникулы как инструмент для того, чтобы попасть на Мальдивы, 2018 год. Там не будет каникул для мастеров. Это будет более ограниченное количество людей. Именно те люди, которые запустят в ближайшие полтора года, ну, может быть, почти два года, может быть, 18 месяцев, или там, может быть, 20, но запустить две новые мастерские ветки, вот эти люди, даже, кстати говоря, неважно, в каком они статусе, это сейчас еще не было говорено, мастер или не мастер, они получат возможность съездить туда не только один, а путевка будет оплачена за двоих, то есть кто-то возьмет с собой жену, кто-то мужа, холостые там могут взять подругу или друга с собой, и вот на это тоже элитарное, шикарное, я скажу, место, можно поехать. Это совершенно точно будет память на всю жизнь. Впрочем, так же, как и у нас, отдых или каникулы мастеров, которые мы провели вот сейчас во Франции, в Каннах, в Ницце, на Лазурном берегу. Мое время заканчивается, и я с огромным удовольствием хочу передать слово следующему нашему выступающему спикеру, как вы все уже, наверное, поняли, очаровательному человеку и молодой женщине, это новому мастеру, это тот человек, который блистал в Каннах. Марина Гура, тебе слово. Добрый день, дорогие друзья. Друзья, спасибо большое Сергею еще раз, потому что я с удовольствием окунулась буквально в то потрясающее путешествие, в котором мы были вместе буквально несколько дней назад. И со своей стороны, вы знаете, я хочу сказать, что для меня это были первые мастерские каникулы. Это было первое путешествие с компанией, которое, в принципе, открыло для меня новые чувства, новые ощущения, новое видение. Это как первая любовь. Это те чувства, которые будут помниться всегда. И я точно знаю, что именно от этого события у меня будет всегда захватывать дух. Почему? Ну, помимо того, что это потрясающее, волшебное место, это место, это царское место, это место королей, принцев, самых богатых людей на планете. Это место для людей, которые действительно заслуживают потрясающий отдых. И тот стиль жизни, который нам показали, в который нас окунули без спасательного круга и без якоря, он не оставил равнодушным ни одно сердце, ни одного человека, ни одного присутствующего, и в том числе и меня. Откровенно скажу, когда мы сели в самолет и начали приземляться уже в Борисполь-Киев, я рыдала почти всю дорогу, потому что, честно, не хотелось заземляться, не хотелось приземляться и хотелось как-то задержать время. Когда мы были в Каннах, в Монако, в Ницце, вы знаете, я даже не хотела ложиться спать. Мне хотелось сидеть и сторожить вот это прекрасное, потрясающее время, это состояние, потому что от того, что происходило каждую секунду, захватывало дух. И это не просто заслуга Юга Франции, это заслуга
нашего руководства компании и всей команды компании, членов совета директоров, и та огромная команда, которая, скажем так, каждую секунду отдавала полностью все свое отношение в наш комфорт, в нашу энергию, в наше настроение. И вы знаете, это было по 10-бальной шкале, это было на 1000 баллов. И вы знаете, за свою жизнь я такого отношения я не встречала. Я не встречала такого отношения, трогательной заботы, такого уровня, в который нас окунули. И это очень здорово. И тот стиль жизни, который теперь с нами будет всегда, это будет та неотъемлемая часть и та ниточка с воздушным шариком, за которым будет хотеться всегда тянуться. Самое главное, друзья, вы знаете, 8-9 дней мы находились вместе среди потрясающих сильных людей. Нас было около 200 человек, и это были люди, которые были объединены одной чертой – без границ. Это люди, мышление которых без границ. Для меня было интересно, какую же самую главную черту я возьму в окружении людей, которые будут на мероприятии высшей лиги. Это то, что это состояние нон-стоп, это состояние вдохновения, силы, уверенности. И вы знаете, ради того, чтобы неделю побыть в окружении таких людей, стоит закатить рукава, даже обрезать рукава и быть просто в жилетке, чтобы несколько дней пообщаться с людьми, которые действительно четко сфокусированы на своем счастье, на своем жизни. Это событие дало нам четкий фокус, четкую концентрацию, что такое счастье, что такое комфорт, что такое жизнь в стиле Coral Club, что такое жизнь в стиле здоровья и процветания. И к этому прикоснуться, вот я искренне желаю к этому прикоснуться, каждому, абсолютно каждому. Меня также очень впечатлили истории успеха людей. Это было 200 историй успехов, одна другой краше. И вы знаете, это все обычные нормальные люди, не похожие совершенно друг на друга, со своей предысторией, историей, со своей судьбой, со своей дорогой. Но меня очень впечатлило, знаете, как впечатляет по сегодняшнюю секунду целеустремленность, желание к счастью, желание к жизни. Вот эти чувства горели в глазах абсолютно каждого человека, который был на этом мероприятии. А компания со своей стороны просто сделала нам потрясающую, знаете, такую энергетическую обложку, подпитку. То есть, в принципе, мы приехали одни, а уехали совершенно другие. И это ждет абсолютно каждого. И для меня всегда был вопрос, ну, в принципе, путешествия, да, но кто не путешествовал? Все путешествовали. Кто не получал в подарок путешествия? Наверное, сейчас в нашей аудитории есть люди, которые получали в подарок путешествия, там, какую-то одежду, какой-то. Но когда этот подарок дарится за твои действия, за твое стремление, за твои желания, и вроде бы в какой-то момент были действия, 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 и казалось бы, ну когда же будет тот апогей, когда же будет то счастье? И вы знаете, мастерские каникулы – это то мероприятие, за которое, простите, стоит просто рубиться. Закатить рукава и 72 часа в сутки вообще не спать. Потому что, возможно, это у кого-то может быть одним единственным мгновением жизни, от которого будет всегда захватывать дух. Вы знаете, мастерские каникулы дали мне новые силы. Они дали нам абсолютно каждому новые силы, новое видение, новое нутро, знаете, новый настрой. Это какая-то новая кислородная подушка, подушка вдохновения. И вы знаете, самое главное, что мастерские каникулы дают нам очень много энергии для победы. Для победы в судьбе каждого из нас. Это место такой энергии, это место огромнейшей любви, я бы так сказала. Какой-то кристальной чистоты. И вы знаете, вот это хотелось, вот с жаждой хотелось глотать, глотать, глотать. И я думаю, что мы это все проглотили, взяли и теперь готовы просто помочь абсолютно каждому. 72-86 часов в сутки. Мы готовы абсолютно к каждому человеку
максимально помочь, выложить весь свой опыт, навык, энергию, настроение для того, чтобы на следующих мастерских каникулах, которые будут проходить в потрясающем, Господи, потрясающем путешествии по Средиземному морю, на потрясающем лайнере, который сам по себе, это один лайнер, это как юг Франции, со всем комфортным шиком, удобством, романтикой, красотой. Вот вы его сейчас видим на экране, я, честно говоря, только смотрю, меня захватывает дух, и мы с вами можем быть все вместе. Вот сейчас у нас в аудитории 97 человек, и представьте, что все 97 человек мы можем быть на этом лайнере и вместе со своими людьми и будем наслаждаться, зажигаться, загораться от счастья, от того удовольствия, которое будет нас охватывать. Вы знаете, мастерские каникулы, они дали огранку тем инструментам, которые у нас уже есть. Вы знаете, когда лично я наблюдала получение 13-го бонуса, партнерских дивидендов, для меня это был какой-то апогей, потому что, с одной стороны, мы с вами знаем, как сегодня зарабатываются деньги, а с другой стороны, я видела, что на сцену выходят люди, да, это вот, кстати, вообще, это была моя самая большая радость, это 13-й бонус моих дорогих наставников Анатолия и Натальи Евсегнеева, такое ощущение, что это мне подарили, потому что вообще в этот конверт я вцепилась такой хваткой, и вообще почувствовала конверт в своих руках, и это очень здорово, это очень приятно. Но самое главное, понимая, что в принципе это дополнительное вознаграждение за те же самые действия. Просто, наверное, с чуть большим «хочу» и с чуть большим фокусом на победу, на счастье, на достаток. И вы знаете, это доступно абсолютно каждому. Вот для меня было очередной раз, я на каждом событии удивляюсь одной вещью, одной единственной, что среди людей, которые находятся на событии, очень много, ну, все разные. И есть люди, мимо таких людей мы проходим каждый день, а таких людей, которых мы не замечаем, просто по разным причинам, их миллионы проходят мимо нас. И когда ты видишь, что в зале поднимаются люди, уже с автобонусом, с путешествиями, автоматически катаются в путешествия от компании, и ты понимаешь, что это стоит обычный человек, без красных волос, без оранжевых глаз, никакой это не трансформер и не суперхаризмат, это обычный человек, вот дать еще пакетик в руку, и мы поймем, что таких вот тысячи мы видим каждый день, вот от этого перехватывает дух. Потому что состояние, ощущение, что это доступно в руках каждого, вот это очень сильно греет, подпитывает и дает очень много энергии. Поэтому, друзья, вы знаете, меня, кстати, как и всех нас, очень впечатлили промоушен компании. Ну, о 13-м бонусе мы знаем, о партнерских мы знаем, автобонусы мы уже видели. И мы тоже знаем, что автобонус – это тот инструмент, который может быть в кратчайшие сроки в руках каждого из нас. Но вы знаете, когда компания еще озвучила о дополнительном VIP-промоушене, который будет абсолютно космический по чувствам, по энергетике, по развитию, это Мальдивы, оплаченные за счет компании нам с вами и нашим членам семьи, со всем шиком, со всем удобством и вот и, скажем так, с тем восхищением, которое уже компания может предоставлять, вот от этого захватывает дух, потому что это не просто путешествие, друзья. Мы очень хорошо понимаем, что если мы в путешествии уже с компанией, значит, за плечами у нас есть истории успеха людей, истории по качеству здоровья людей. Это путешествие, это прикосновение к судьбам каждого человека, это какой-то некий потрясающий отчет за твои собственные действия, на которые в какой-то момент, скажем так, на твои собственные действия, которые иногда мы воспринимаем просто как бытовые телодвижения, от которых иногда наступает утомляемость, иногда мы ждем результата какого-то большего. Но наступает момент, как щелчок, как взрыв, и вот оно счастье. И сейчас у нас с вами абсолютно идеальное время, идеальное место,
идеальная компания, идеальные инструменты, лучшее бизнес-предложение в мире, лучшая команда в мире. Вы знаете, вот мастерские каникулы – это место, где можно четко, очень четко и понятно для себя определить, за кем мы пошли, за чьей спиной мы стоим. Вы знаете, наше руководство, команда руководства – это скала. Это скала, за которой можно надежно идти, не принципиально как. Наши действия, слова, грани отшлифуем по дороге. Но это люди, за которыми можно идти, идти не один год, десятки и сотни лет. И я искренне горда, я восхищена, я счастлива, что я сейчас вместе с вами нахожусь в этом месте. И огромнейшая, огромная, огромная просто благодарность абсолютно каждому, кто прикасается к успеху друг друга, каждого из нас. Вы знаете, я уже подпрыгиваю на этом кресле, я уже не могу, если я сейчас буду говорить дальше, я встану и буду танцевать, как на Каннском карнавале, на котором мы просто, кто еще не знает, да, у нас был Каннский карнавал, мы были 23 февраля на празднике наших дражайших мужчин. И мы поменяли ход события Каннского карнавала, потому что мы были вот среди этих фигур, которые вы видите на экране. Мы радовались, мы танцевали, мы просто впитывали счастье карнавала. Мы просто были, вот мы исполнили ту фразу, о которой говорил Дмитрий Ананников в промоушене этих каникул. «Карнавал твоей мечты». Измени свою жизнь с Coral Club. Друзья, Коралловый клуб – это место изменения жизни, это место качества жизни. Я искренне всем желаю побыстрее, побыстрее не откладывать свое счастье на завтра. Всем потрясающего вечера, процветания. С вами была Марина Гура. Всего доброго. И я сейчас передаю слово людям, которые для меня очень дороги, очень ценны. И каждая секунда, проведенная с этими людьми, для меня это секунды силы и развития, вдохновения и энергии. И для меня было огромное счастье находиться с людьми, которые меня взяли и повели за руку. Меня, моих партнеров, людей, и не только нас, огромное количество людей за плечами Анатолия и Натальи Евсегнеевой, как вы уже догадались, с историями успеха, с достатком, с новым качеством здоровья, с другими судьбами. И я была очень счастлива разделить вот эти мастерские каникулы с этими людьми. Гениальные люди. Серебряные мастера компании Анатолий и Наталья Евсегнеевы. Ура! Добрый день, друзья! Я начну наше общение с вами. И, конечно же, начну со своих впечатлений. Уже и Сергей, и Марина озвучили это словосочетание «стиль жизни». Я не могу не поделиться с вами впечатлениями о том стиле жизни, который нас окунули на эти волшебные 8 дней в компании. И вы знаете, я могу определить это таким словосочетанием «роскошь во всем». Вот честно, настолько компания была внимательна к нам, и настолько это было все роскошно, начиная от предусмотренно приготовленных каждому участнику 10 бутылок Эвиана по 1,5 литра, чтобы мы пили самую лучшую воду в мире в это время, до совершенно сногсшибательного гала-ужина, который 100% останется, ну, навсегда в моей памяти, вот как самое яркое, наверное, впечатление в жизни. И началось все с того, что когда мы въехали в Канны, уже солнце садилось, уже были сумерки, и мы не могли увидеть самых ярких таких каких-то красок этого места. Но только войдя в отель, мы почувствовали, что это действительно место очень-очень достойных, лучших людей, наверное, мира. И когда я, зайдя в номер, открыла балкон и вышла на него, вы знаете, волна восторга вот полностью захлестнула меня, и я вам могу сказать честно, вот она не отпускает меня до сих пор, эта волна, потому что я увидела садящееся солнце в море, круазет, и я поняла, что я
Когда мы начинали этот бизнес, я даже не могла себе представить, что когда-либо мы будем испытывать подобные ощущения и находиться в подобном месте. Если говорить об экскурсиях, это были экскурсии не в изысканные Канны, фешенебельную Ниццу или сказочный Монако. Это были экскурсии в превосходную жизнь, в наше с вами будущее, где мне очень понравилось. И у меня там возникло непреодолимое желание испытывать это все вместе с вами. Музеи, средневековые замки, дивные ботанические сады, лучшие рестораны Лазурного берега, морские прогулки, потрясающий карнавал. Весь этот восторг от калейдоскопа впечатлений я до сих пор вот не в силах передать вам словами. Плюс тренинги, встречи с друзьями. Вы знаете, это по сей день мои эмоции, вы знаете, мои слова не успевают за моими эмоциями. Я думаю, что вы ощущаете мой восторг, и я не знаю, его хватит, наверное, еще на многие месяцы, чтобы передавать вам и заряжать вас энергией будущего, видения, успеха. Я готова этим делиться от всего сердца. Но вы знаете, еще более ценное для меня было из всей нашей поездки, это, конечно, история успеха людей. Наших с вами партнеров, вот знаете, грань каждого сияет как бриллиант. Я бы хотела, мне очень хочется поделиться с вами двумя историями успеха людей. Одного человека, это золотой директор, я говорила с его наставником, и золотых мастеров, на которых мне очень хочется равняться и повторить их результат вместе с вами в ближайший год. Вы знаете, я говорила с лидером, с одним из лидеров Германии, и она мне рассказала историю, которая, ну, вы знаете, струсила с меня, наверное, последние остатки каких-либо оправданий, которые, может быть, могли бы прийти в мою голову, может быть, эта история поможет и вам. Она мне рассказала о моей ровеснице. И эту женщину зовут Людмила, она из Германии, ей 38 лет. И она, вот, внимание, послушайте, она мама 11 детей, своих собственных 11 детей. Пришла она в коралловый клуб для того, чтобы помочь восстановить их здоровье. И глядя на то, как улучшается здоровье детей, разумеется, она стала рассказывать своему окружению об этом. Вышла на бесплатный продукт, но судьба так распорядилась, что год назад ее муж погиб в автокатастрофе. И вы знаете, эта женщина не остановилась ни на одну минуту. Она продолжает бизнес в коралловом клубе. Мало того, она сейчас золотой директор с премией. И когда ее наставник говорит с ней и спрашивает: «Люда, вот как ты относишься к коралловому клубу?», она искренне заявляет, что, вы знаете, для меня это, похоже, единственная возможность в жизни жить как человек и достойно обеспечить своих детей. У нее очень амбициозные планы, ей крайне необходимы деньги. Разумеется, мастер с Мерседесом и 20 тысячами баллов в ее ближайших планах. И я уверена, что у нее достаточно мотивации. И нет ни одного оправдания для того, чтобы это сделать в ближайшее время. Вторая история, она не отпускает меня. Вот, знаете, во второй день приезда нашего оказалось, что мы живем по соседству с Андреем и Татьяной Кожушные. Это лидеры Польши. И Татьяна начала наш разговор очень просто. Вы знаете, у нее не было 100% в голове делиться какими-то особенными историями успеха, но это вселило в меня в такое вдохновение. Друзья, она начала говорить сразу же. Она спросила, как дела у меня, я ей рассказала. И я спросила, как дела у нее. Вы только представьте, друзья, в ее организации выдано уже 5 Мерседесов. 5 из тех 16, которые в общем выданы в компании. И, разумеется, эта атмосфера роста, успеха, она дала мне очень большой заряд, но особенное чувство мне дала ее история, одна очень трогательная. И она, ну, вместе с Андреем, разумеется, они свою дочь отправили учиться в университет, в один из самых лучших университетов мира. Он называется Стэнфорд. Я думаю, что фактически каждый человек слышал, что это такое. И вы знаете, вот обучение их дочери сейчас стоит им в год 80 тысяч долларов. Когда она мне об этом говорила, я была под таким впечатлением, знаете, от чего? Не от суммы. И, конечно, нет,
и от суммы, конечно, и от того, что не могут себе это совершенно спокойно позволить. Но самое главное, что сказала им дочь, когда она прошла вступительные экзамены, и они уже оплатили, она, говоря со своими родителями, говорит: ребят, вот мама, папа, вы даже не представляете, что вы для меня сделали. Я сейчас учусь с детьми самых известных политиков в мире, с детьми миллиардеров, с детьми шейхов и президентов стран. Я общаюсь с ними, я общаюсь в этом окружении. Вы только представьте. И здесь же, в этом окружении, учится дочь лидера кораллового клуба. И мне безумно захотелось повторить историю Татьяны, чтобы в ближайший год в нашей организации было минимум 5 мерседесов. И я вам рассказываю это с одной единственной целью. Если это смогла Татьяна с Андреем сделать, я вам даю абсолютную гарантию, что это может повторить абсолютно каждый из вас, у кого есть такая цель в жизни. Ну и, конечно же, вот то, о чем говорила Марина, вот 13-й чек, партнерские дивиденды, они полностью изменили мое отношение к бизнесу, к будущему, радость. Неописуемый восторг, желание получить партнерские дивиденды пробудили во мне абсолютно новые, гораздо большие амбиции и цели. Ну и, конечно же, новости о круизе по Средиземному морю в 2017 году вызвали во мне одно единственное желание. Я хочу быть там вместе с вами. Я очень хочу видеть ваши глаза. Я очень хочу чувствовать ваш восторг и переживать его вместе с вами. Очень хочу говорить о ваших планах с вашими партнерами, для того, чтобы в ближайшем будущем мы с вами в 2018 году уже могли испытывать просто непередаваемые ощущения от сказочных Мальдив. Для этого необходимо всего-навсего 2 партнера, 2 новых мастера с товарооборотом в 20 тысяч баллов. И для тех людей, у которых сейчас возникает желание или оно уже возникло, сделать это, вырастить свой доход, улучшить свой стиль жизни, улучшить свою жизнь, да, построить по-настоящему растущий бизнес, приобрести друзей в разных странах и окунуться в эту изумительную сказку волшебного отдыха в раю на нашем планете, я рекомендую вам подойти к своим спонсорам. Если это потребители или люди не в теме, подниматься выше и выше и выше до тех пор, пока вы не подниметесь к амбициозному человеку и сказать: наставник, спонсор, я готов, я хочу, говори, что делать. Кстати, еще одна совершенно потрясающая для меня новость и, наверное, для вас, что абсолютно все мы, являющиеся вашими спонсорами и наставниками, абсолютно точно знаем, что делать. Разумеется, мы будем использовать наши волны. Весеннюю волну, летний форум, осеннюю и зимнюю волны. И шаг, который нужен для достижения, казалось бы, такого фантастического успеха, он абсолютно реален, он не просто реален. Это вещь, которую может сделать абсолютно каждый человек, даже если вы еще просто директор. Даже если вы только член клуба, который просто сегодня подписал дисконт и сидит, слушает, потому что его привел наставник и посадил за руку, и совершенно ничего не понимает, но уже возникло желание в груди: я хочу менять свою жизнь, я хочу быть в окружении таких людей, я хочу начать жить жизнью своей мечты, я не хочу больше откладывать ничего на завтра. При условии, у нас 2 месяца, в Украине даже больше, чем 2 месяца до весенней волны, друзья. Сделать золотого директора с премией и быть в этом статусе на весенней волне совершенно реально. Не просто за 2 месяца, за 2 недели это совершенно реально сделать. И если вы, приехав на весеннюю волну золотым директором с премией, всего-навсего одним одинешеньким, но если на к форуму ваши 2 партнера повторят вас и приедут золотыми директорами, а к осенней волне их партнеры повторят их и тоже придут золотыми директорами, то на форуме 2017 года вы будете награждаться серебряным мастером, вы будете получать свой статус на Мерседес. И не просто, уже на этом же форуме будут награждаться 2 ваших партнера мастерами с Мерседесами и с 20 тысячами баллов, и у нас еще будет время для того, чтобы их партнеров тоже помочь им попасть на Мальдивы.
и испытать всю эту потрясающую прелесть жизни, испытать этот неописуемый восторг, который совершенно невозможно передать словами, их можно только ощутить своим сердцем. Друзья, у меня к вам один единственный призыв. Давайте начнем это потрясающее приключение под названием «Жизнь моей мечты». И сейчас я передам свое слово своему партнеру, моему любимому человеку. Вот мне, вероятно, меня Бог очень любит. Это человек-партнер в моей жизни, это человек-партнер в моем бизнесе, мой наставник. И я хочу, чтобы он поделился своим видением, своим впечатлением, вдохновил вас и помог вам тоже в реализации ваших целей в жизни. Встречайте, Анатолий Евсегнеев. Добрый вечер, дорогие партнеры. В принципе, особо говорить про Францию я уже не буду, потому что ребята до меня все рассказали, как это было, Канны, Монако, Монте-Карло. Я хотел бы с вами поделиться своей маленькой такой как бы мечтой, которая мне очень-очень понравилась. Я ее опять вспомнил там. Потому что, как вы знаете, компания нам всегда организовывает самые крутые путешествия, очень дорогие. Когда мы выходили, ребята об этом не сказали, у нас был мастерский прием с президентом компании, и мы выходили вот в бабочках, кто люди, которые проходили просто по набережной Круазет, подходили к нам, с нами фотографировались. Они собрались просто толпой, стояли, не могли понять, кто это приехали. Вот, это было очень приятно. Вы знаете, каждый из нас в детстве был счастливым. Большинство из нас было в детстве был счастливым. Почему? Потому что у нас было беззаботное детство. Мы не думали о том, где взять деньги, мы не думали о том, как накормить семью, вот, мы не думали о том, что нам поесть. Вот это чувство, к которому я сейчас иду. Я хочу с вами просто поделиться, может быть, вам это понравится, вы себе это пропишете в планах, как цель, как мечту, и будете к этому идти. Как, знаете, жизнь такая он инклюзив, то есть все включено. Это когда вы утром просыпаетесь, и вы не заправляете кровать, потому что знаете, что к вам придут ее заправить. Вы просто спускаетесь в спальню своего дома и просто кушаете то, что вы хотите, потому что вам уже повар ваш лично приготовил. Вот это жизнь, к которой стремлюсь сейчас я. Наполовину эту жизнь у меня уже есть, наполовину сейчас я сейчас к этому иду. Благодаря тем промоушенам, которые сейчас у нас есть, и тем волнам, которые у нас будут с вами весной, потом будет форум. Если бы, как Наталья говорила до меня, просто туда приедете с новыми квалификациями, с новыми людьми, то, естественно, через год мы с вами встретимся на лайнере, на круизном лайнере по Средиземноморью, где мы будем с вами в Испании, в Италии, во Флоренции, в Венеции, в Греции и так далее. Будем выходить и гулять. Поверьте мне, я сегодня разговаривал с руководством компании, да, это будет очень дорогое путешествие, настолько дорогое, вы даже себе не можете представить. Я потом скажу цифру про Мальдивы, просто сегодня я об этом узнал, вы просто поймете, насколько нас компания любит. Вот, я сейчас попрошу модератора поставить маленький ролик на весь экран, если можно сделать, Юр, по поводу того, что нас ждет на корабле, кусочек. Вот, я постараюсь вам просто в двух словах сказать, чтобы вы просто понимали, что корабль, на котором мы с вами поплывем, это как два футбольных поля. Это как дом 16-этажный, который положили на бок, но и даже этого будет мало. Вот на таком корабле мы с вами поплывем. Сколько у нас будет, это уже решать только нам с вами. Вот, но каждый из нас, кто сделает 25 баллов, спокойно поедет туда с нами. Для этого у нас есть время до конца года, чтобы спокойно это сделать. Сейчас мы проходим вместе ролик, короче, и потом я продолжу
Я надеюсь, что вы увидели этот ролик, вы просто понимаете, что на этом корабле есть и ледовый каток, и цирк, и театр, и многое-многое другое. Это маленький кусочек того, что нас ждет с вами. Вот. Поэтому давайте это сделаем вместе, ребят. Вместе гораздо-гораздо это делать веселей. Вот. У нас для этого есть целый год. Еще раз повторюсь, от того, сколько людей с вами приедет на весеннюю волну квалификации «Золотые директора», из таких будет 6 человек с золотой премией, то вы автоматически просто попадаете на круиз по Средиземноморью с нами. И, естественно, для тех людей, кто будет сейчас проводить встречи и будет людям заявлять о том, что вы хотите попасть на Мальдивы, на место курорт, где отдыхают все великие люди, звезды и так далее и тому подобное, и вы возьмете и поможете им сделать то же самое, двум людям, которые сделают тоже квалификацию мастер 20 тысяч баллов, попасть с нами на это удивительное, на эти удивительные острова. Вот я знаю точно, что будут люди, которые это сделают, вот, потому что, вы знаете, Марина Гура за 4 месяца стартовала с товарооборота 3 тысячи баллов, она сделала 20 тысяч баллов, и вышла за 4 месяца на доход в 3 с копейками тысяч долларов в месяц. Если она это сделала, значит, это каждый из нас может сделать. И сейчас я попрошу показать маленький ролик о Мальдивах, то, что нас ждет, та жизнь, тот кусочек, опять-таки, жизни, который вы будете проживать там больше, чем неделю. Я вам постараюсь показать один день, ваш день, который вы сможете вместе с нами ощутить на Мальдивских островах. Мальдивские острова расположены на краю Индийского океана. Это недалеко от Индии и Шри-Ланки. Когда-то мы отдыхали в Индии и Шри-Ланке и мечтали попасть туда, но не попали на это место. Здесь океан считается самым чистым на планете. Песок настолько белый, что просто даже невозможно в это поверить, потому что это чистейший коралл. Мальдивы называются раем на земле. Мальдивы – это один из самых дорогих и известных курортов мира. Тут отдыхают миллионеры, голливудские звезды. Теперь здесь будут отдыхать звезды с компанией Coral Club. Отныне и впредь запомните, что все каникулы мастерские будут эксклюзивные. Это всегда будут самые лучшие, самые богатые места на планете Земля. Если выбирать отдых, то это Лазурный берег Франции, Мальдивы, либо круиз по Средиземноморью на лайнере. Если выбирать машину, то Mercedes. Если строить бизнес, то компании Coral Club. Кстати, с высоты птичьего полета это места считаются самыми красивыми на планете Земля. Это тысячи маленьких островов, которые идут до экватора. Вот так мы будем с вами приземляться на частных самолетах. Прекраснейшие места. Сейчас вы увидите те виды, которые будут открываться нам, там, где мы с вами будем жить. Это необыкновенно лазурная вода. Я даже невозможно описать словами. То небо, тот океан, который там присутствует. Вот так будут готовить вам каждый божий день ванны. Из лепестков роз и лотосов. Это будут ваши номера. Как вы уже знаете, компания оплачивает на двоих. То есть это может быть супруг или жена, либо сын, либо дочь. Я вам хочу сказать маленькую вещь, которую вы не слышали. Это путешествие стоит 10 тысяч долларов. Это минимум от 10 тысяч долларов на одного. То есть минимум 20 тысяч долларов будет стоить этот отдых. Ну и, конечно же, спа-процедуры. Как без них? Каждый божий день руки мастера будут дотрагиваться до вашего тела. И самыми лучшими маслами, натуральными, будут они пользоваться для того, чтобы мы получили с вами удовольствие. Я знаю точно, что каждый из нас после такого массажа просто будет спать, потому что мне уже приходилось в жизни это чувство испытывать. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы это испытали вместе с нами еще раз. Это необыкновенное чувство, когда с тобой работает мастер. Ну вот так, естественно, мы будем проводить вечера. Вот с такими видами будут открываться каждый божий день, вы это будете лицезреть из окон своего отеля. Завтрак там стоит минимум 20 тысяч долларов. 20 долларов, извините. А обед стоит от 80 долларов в день. Лично компания все это будет оплачивать. Ну, понятно, что фреши, соки будут там пить просто рекой на выбор, когда какой вы там захотите. Ну и, конечно, Индийский океан. Это фантастика просто, потому что он намного чище и намного ярче, чем Египет. Мы будем видеть мантов, мы будем кормить китовых акул. Вот мы будем нырять с вами под водой с огромными черепахами. Я предлагаю, когда мы там с вами встретимся, написать слово благодарности и отправить их в океан за то, что
что мы когда-то с вами приняли решение сделать этот выбор и оказались на этом райском берегу. Я не буду говорить о том, что экологически чистый курорт, что там десятки людей будут за вами ухаживать, и вот так мы с вами будем каждый день проводить на пляже. Загорать, купаться и отдыхать. Именно все это дарит нам компания Coral Club. Поэтому я предлагаю каждому из вас жить полной жизнью, жить мечтой. И предлагаю с вами еще раз закончить нашу встречу сегодняшнюю встречей на весенней волне, каждый в своем городе.